Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор силиконовой порционной формы кекс с углублением. Порционные формы силикона используют для печенья, пирожных, кексов, также фруктового льда, замороженные смузи, мороженого, мыловарение для изделий из воска, например, фигурок, свечей, различных мыльных изделий. В косметическом производстве это твердое мыло, шампунь, сухие духи, бомбочки для ванны, фигурки, скрабы. В декоративных подделках из остывающих материалов глина, пластик. Преимущества силиконовых порционных форм для мыла и выпечки таковы. Сделаны из пищевого пластика, экологически чистый продукт, безопасно применение, без гибкого силикона, занимает мало места, термохарактеристики от минус 50 градусов Цельсия до плюс 250 градусов Цельсия. Антипригарные, используются многократно, долговечные, удобные и просты в уходе, яркая палитра цветов, разная тематика, фигурный ассортимент, а также низкие цены. Я покажу эту формочку поближе. Вот такая она внутри. Вот такая идет. Она гибкая, хорошо. Будет легко доставаться различные изделия, если это будет мыло, либо же скраб мыльный, либо же кексик. Вот такой яркий цвет. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!